Что это? Что он делает? Понятия не имею. Ему селератом он подлое блюдо. Какой ты вежливый! Я бы его назвал... Командир! Войска красных на подходе! Проклятье! Гномы! Воины каменных залов! Ко мне! Вперед! Рыцари оленя! За нашу свободу! Отец! О, нет! Храни нас, Эльрад! Дочь моя, Фрида, во время всех пыток, всех ужасов, лишь одно меня действительно страшило, что я умру, так и не увидев тебя снова. Ты не умрешь. Я спасу тебя. Мы будем вместе сражаться за освобождение Империи. Нет, ты будешь сражаться. Я за эти годы сделал все, что мог. Мой колокол пробил в тот миг, когда прибыл гонец от Ласла. Ласла, не сдавайся. Это не наш путь. Мои войска заняли коридоры, мы можем уйти. Не теряй этого чувства. Никогда. Дерись. Будет нелегко, дочка. Но если ты не сдашься, я знаю, мы победим. Конечно, я должна... Мы должны, отец! И когда придет день спасения Империи, я разделю с тобой радость победы. Но сейчас... Отец! Нет! Отец! Помни его слова. Прими мой дар. Ласло! За крик! Фрида? Если у нее такой голос, я бы на твоем месте дважды подумал, прежде чем жениться. Но что она сделала с Ласло, молодчина, девочка? Какое бы заклятие на нем ни было, крик Фриды уничтожил его. Покончим с этим. Дункан, старый друг, никогда прежде я не испытывал такого желания раскроить кому-нибудь череп! Ну так вперед! Сегодня мы еще с тобой увидимся. Или на Перу Победы. Да! Или в залах наших отцов! Горн и пламя!